Я по этому поводу прочитаю стишок, который я уже, по-моему, читал, я на юбилейных концертах. Я его написал себе в утешение, когда понял, что уже все через несколько дней будет 80 лет. Уходит март в сугробах снеговых, кончается мой век, остатки сладкие. Я пережил родителей моих, что уходили на восьмом десятке. И в телефонной книжечке моей все больше цифры закрывает прочерк. Я пережил своих учителей Самойлова и Слуцкого и прочих. Немного однокурсников моих живых осталось двое или трое. Вот описание школьных лет былых необратимо, как эпоха Трои. И все-таки доступнее мне пока на склоне, что снижается поката, и женский смех, и звонкая строка, и пламя отгоревшего заката, вселенной законной серебро, океан от Оста и до Веста, и непонятно, почему в метро мне молодые выступают место.